хотел для начала поблагодарить вас за возможность представить работы в этом замечательном заведении. Вот. Мы сколько уже почти года три года сотрудничаем, ну, как галерея Михайлов, галерейная фирма, руководитель этой. И как раз вот часть призов сделана руками наших мастеров. И как раз вот выходим с этой выставкой к 150-летию первого выпуска. То есть это уже вторая выставка на этой территории. Значит, коллекция в основном состоит из работ советских художников. И данная выставка под названием «Связующая связь времени». «Связующая мелодия». Времени. «Связующая мелодия», да, тут же это музыкальная. Центр и, соответственно, и название. Вот такое получилось очень интересное совпадение, совершенно случайно. Когда меня пересылали в WhatsApp картинки, он их складывает в такие, там было достаточно много, что 20, он их складывает в такой куб. Три, и дальше там количество картин. И неожиданно вот вылезли эти три работы. На первый план. Самый одних из лучших художников из коллекции. Это Моисеенко, гарнист. Работа посвящена, ну, это фрагмент из большой работы, посвященной революция, гражданская война. Храм на Нерли. Тоже что удивительная работа. И просто вот три работы, они как бы показывают вот Святая Русь. То есть гарнист переходит в Георгия и на главе всего этого прекрасный храм. Наверное, самое интересное я рассказывал. Все остальное можно посмотреть. Спасибо.